Бас-бас, это хард-бас. Все в спортивках Adidas и на Nike, пацаны. Слушаем хард-бас, басы. Этот стайл любимый. Ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут. Пацаны, спортивка жгут. Это школа колбасы. Веселее, пацаны. Раз-раз-раз, это хард-бас. Все в спортивках Adidas и на Nike, пацаны. Слушаем хард-бас, басы. Этот стайл любимый. Ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут. Пацаны, спортивка жгут. Школа танцев учит вас. Правильно писать хард-бас. В клубе до утра топтать и ничего не принимать. Побудьте рады из беды. Наши злейшие враги. На площадках мы похвас. А я жгу для вас хард-бас. Бас, бас, хард-бас, бас. Можно ее больше сделать. Да куда больше? Все, мы уже бежим так. Ты же нормально снял. Фух. Мы на полумарафоне. Да, почти. Блин, все, я прячусь. Черт, какая ты модная. Правда, я думаю, видео будет такое, если, знаешь, типа, это размытое чуть. Размытое? Ну, потому что я же, типа, так вот трушусь. Давай тогда попоткаем просто. Все нормально, давай побегаем. Мам, я так грибаю. Сделай ее короче. Хард-бас. Это школа колбасы. Хард-бас. Это школа колбасы. Тяжело, слушай. Все, я уже сдохла. Она такая тяжелая, я тебе скажу, палка. Видишь, нагрузочка такая. Вот так вот мы растягиваемся. Adidas и на Nike, пацаны. Слушаем хард-бас, басы. Это стайл любимый. Ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут. Пацаны, спортивка жгут. Школа танцев учит вас. Правильно писать хард-бас. В клубе до утра топтать и ничего не принимать. Побудьте рады из беды. Наши злейшие враги. На площадке мы подхват. Отожгем для вас хард-бас. Только что был в тренировке от Nike. Правда, так интересно, типа, тренировка от Nike. А вообще, по идее, типа New Balance. Ну, там ходит, типа, New Balance. Короче, очень странно все. Ну, в общем, круто на самом деле было. Типа, массовая такая тренировка. Там по ступенькам оббегали, типа, все вверх, вниз, вверх, вниз. Там потом бег с ускорением. Ну, реально все очень классно, круто. И оказывается, это в Киеве на Олимпийском такое проходит каждую среду. Это реально интересно. Я думаю, что почему бы не поучаствовать, если уже об этом узнал, типа, норм, норм. Так что, кто посмотрит мой влог, захочет со мной поучаствовать в этой всей движухе, то присоединяйтесь. Всем спасибо за просмотр.